Сегодня 18 октября. Ровно 130 лет назад, 18 октября 1888 года, Самару покидали солдаты и офицеры 6-го пехотного Лебавского полка. В течение 6 лет эта воинская часть квартировала в губернской столице не раз, помогая местным жителям в борьбе с пожарами. За день до этого в здании городской думы состоялся прощальный обед для господ офицеров, а солдат угощали пирогами и различными мужскими напитками на одной из самарских площадей. Ровно 75 лет назад, 18 октября военного 1943 года, Куйбышевский горосполком принял решение об открытии швейной мастерской по пошиву детской одежды. Разместить ателье планировали в доме номер 41 по улице Венцика. Ровно 40 лет назад, 18 октября 1978 года, в Куйбышеве, так тогда называлась Самара, открыли Центр олимпийской подготовки по классической борьбе. Он был создан при областной школе высшего спортивного мастерства, организованной на базе индустриально-педагогического техникума. За время работы этот центр выпустил немало именитых спортсменов. Ежегодно в третий четверг октября работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов. 18-й октябрьский день подарил миру много выдающихся личностей, в их числе советский летчик и военачальник, руководитель подготовки первых космонавтов Николай Каманин, американский музыкант, певец, автор песен Чак Берри, его соотечественник, актер Зак Эфрон и другие знаменитости. В народном календаре сегодня харитины – первые холстины. Мужчины на Руси в этот день приступали к изготовлению валенок. Этими и другими интересными событиями и фактами вошло в историю 18 октября. Прекрасного вам настроения и успехов во всех начинаниях!